какое-то новое пиво. Да? Никого не понимаю. Слава богу, за Майкл не было карты подходит. Ну, кстати, да. Ну, сейчас, и сейчас, конечно, болото выскочит. Хотя, ты знаешь, за Клодет, в принципе, норм. Скотина. Вам-то просто играть, а у меня Виталик в комнате сидит, смотрит, куда я бегу. Ладно, я не смотрю. Лучше бат сестра. Или лучше. Ну да, траппер такая тема. Первый ящик лутаю пока. Я вот два чуги. Двое большое. Это Майк. Майк. Пец. Подвал Гасхавен. О, я вижу. Операция педаль. А хватит фапать. Можно мне аптечку? Сейчас я бегу к Гасхавену. Кому аптечку могу зеленую садовую отдать? Нет. Спасибо, я наверху вот здесь завожу за дверью за этой. Как ты меня потерял? Давай мне аптечку, я тебе ключ отдам то. Это. На, держи. Там зеленый тулбокс возьмите кто-нибудь. Садончику. Хода здесь вообще нету. Что делать? Ясно. А подвал, да? Ай, на подвал это. Блять, я все, я рит. Кае. Четыре даже для того, как не рад. Бонда, видишь, да, его? Длина у тебя часы, да? Да. У меня часы даже есть. У всех часы. Кроме у меня, я ничего не... У кого там есть перк деда? У меня первый. А? Третий. Ясно. Мне что, бесконечная стадия? Даже вроде закончится уже. Не, да, ну может, как с какой-нибудь аддон взял. Не вылечил. Не вытащил? А, я зеленый отдал. Магии. Блин, это что такое? Что ты за конструкция? У меня аэронграсп. Я понял, что ты аэронграсп. Спасибо. У меня лоск только волос. Вот, он сразу положит. А, ты без часов. Он сам третий. Третий. Я просто... А, уходим вообще. У тебя есть часы? Да, первый. Окей. Вот какая разница, если на часы? Блин, а чё по генераторам? У нас 5 генераторов. Там один подзаведён. Каешная катка просто. Там... Тулбокс есть. С аддоном каким-то зелёный. Всё понятно. Я по щам, давай.
побежал отсюда. Надгробие? Надгробие Джуди делал? Не, я что, на фарм что буду тратить? Ничего хорошего не брал? Оба-на. Он выходил из третьей стадии разве? Ой, мне так лагает жестко. Боже, а что ты? Пардон, я тебя, наверное, подставил, малёха. Я увидел. Он меня видел, да. Я с этого лаганул очень сильно. Спринт мне это не сработал. Ладно, в принципе, не важно. Не иди в это здание. Он ушел. Рядом, но я не пойму, не могу понять, где он. С какой стороны сейчас выйдет, вообще не вижу. Я ушел. Ты видел? Щит в такую стену, блин, он мне дал просто. Последняя секунда. Потом в записи посмотрите, как это было. Это про... Вот чтобы вы понимали, он дал хит, когда я уже перепрыгнула и повернула налево. То есть это как бы, ну, просто такой хит в окно топовый. Скотина, ты обязательно на упору брать третий один градус? Скажи, пожалуйста. А я просто как бы мои обычные перки. Да. А, окей. Даже я без разбега Посмотри, если крюкопил подать, ты просто не донесёшь. То есть много раз бегать. Подожди, на неё сейчас стоял аэронграсп. Нет. Да. Я играю без аэронграспа. Чё-то я была уверена. Нет, там аэронграспа не было. Там были перки Нерсколинг, Шадоборн. Опять что ли по щам, бля? Каеф. Ай! Мне там бежать некуда. Там не было аэронграспа. А мы еще спорили с Виталиком, потому что у него быстро он освободился, а я чуть медленно. Я потом подумал, что аэронграспа. Хватит фапать уже. Сука, я приехал. Не откидываешься? Нет, нормально сейчас. Сейчас лагов не было. Не, говорю, ты если поешь, не умрешь сейчас? А, нет. Ладно, двигаться бессмысленно. Все равно. Дайте мне разочек сниму. Вообще бы это нагло говорить, типа. Но все равно на этот уступ. Короче, это не я. Ой. Только сняли, да. Я его не видел даже. Я стоянию без крючка подать. Я вот даже не с какой стороны он идет. Это очень, смешно. Ах, ты жопа, блин. Не гонись за мной, иди нафиг отсюда. Кидаешься? Я не помню, кстати, сколько я рассказывал. Я не буду рисковать, короче. Полезными делами снимаемся. Рисковать не буду. Помоги. Не откидываешься?
А, я еще не все вроде бы. А, все один раз. Ну смотрите, что это ты будешь виноват. Я пошел генератор чинить. Там смотрю, вам весело. Ну, заткнулся. Блин, я думаю, тебя протыкает. А с ремонтиком на этой... Я заткнулся. С ремонтиком на этой... А, ну, подвигал немного. С первой до третьей? То есть когда... В смысле... А, ну с первой еще набрать надо, правильно? С первой до шестой 3 секунды. Фу, с первой... Шестая дистанция в Майкл Майерсу, блядь, ну нахер. Я побоялся бы с таким играть. Ой, я говорю, саботеры появились. Офигенно, просто садится. Да не, бежи. Беги, бежи, блядь. Здравствуйте. Как получилось? А я уже устал. Ты шепот, что ли? Нет, я послышу, как вы в шкафчике лазите. А ты единственный шкафчик? Нет, там по звуку есть. Я любой так слышу. Бляха, ё-моё, как незаметно подкрался писец, блядь. Нравится? Да прикольно, у тебя чё, зайчик этот стоит? Спасибо. Какой? Адон Сайц. Нет, вообще стоит. Виталик хороший маньяк, потому что у него сейчас нормальных даже адонов с собой нет. Ну хоть под досочку подставился бы разочек. Да, по щам. Я приехал. Это блядь. Кроколомы нашлись. Знаешь, не личные очки. Не личные. Можешь повесить меня. А ты сейчас кинешься еще, потом меня будете бомбить. Да не, да кто бомбить? Нет, ты один раз меня вешал. А, досочки, я понял. Давай! Ну блин, доска! Ну блин! Ну ладно! Точно не откидываешься? Да ладно, я откинулся, это ничего. Да вешай, пофиг! Запускай пятый. Ребят. Ой. Я сейчас приезжаю. Окей. Ребят, пятый бит запускать. Давайте подбегать. Сейчас, у меня еще один. Я почти завел. Отстань от меня, мой копий. Да Виталик, блин. 99. Блять. Шутка же была. Сами-то. Адреналин есть? Че? Адреналин. Нету. А не есть? Блять, я кажется сейчас что-то. Что-то пошло не так. Смотри, что я со своих хилина сейчас тоже упаду.
Ой. Я, кажется, оп, хитулю в глаз. Не пойму, что за прикол, где-где. А. Ну все, ребят. Блядь. Там досок не осталось бы, что. Не, не в этом дело. Я просто предугадал. Ну да, я в окошко, а он просто с другой стороны пошел. Видишь, я еще плохо играю по мансам, как бы, ну вообще плохо. Когда мы никого не убиваем. Вот умеет мансить. Просто максимально очков уже. Ну не максимально, блядь, чё. Ну, здравствуйте. У меня еще очков нету. Ага. О, я так и знал. А, нет. Ну, нет. Спасибо, спасибо! Кто там, не байтит? Не будет, спасибо! Это разве обуз? Бегать в это не обуз! Нет, надо бегать в голову. Чем именно, неважно. Можно обузить скилл, можно обузить шину, окно, инфи, что угодно. Блядь. Я, короче, полежу, поотдыхаю. Ну, держись. Только не откиньтесь там. Смурфик выжил. Я как-то похилять, а то у меня вообще никого не хилял. Я очков по синему прикиду, сразу можно определить, что ты сморфик. Это классно. Да у меня также собачка. Да у меня девушка назвала, он рядом сморфик лежит, взяла, назвала сморфиком. Нормально. Кого обжектив не полный, тот открывает ворота. У меня не полный вообще. Я побежал к кем-то, да. Ну отстань, дядь, ну иди ты в жопу, а? Достал. А, типа, еще не это, не погибайте ты мог. Тебе не ключ. Да-да-да, через люк уйдем. Спасибо за информацию. Не зря я убрал. Да слышишь ты, девочка, вообще. Давай, неси меня, на выход, я люблю. Звездка, что ты пришлёшь? Звездка, что ты пришлёшь? Да, с Тесси Варенкрасом очень долго будет двигаться, ты чё? Давай лучше тебе, на тебя доску скину. Айфон больше нету. Мы все потратили, убегаем. Вот, 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 есть, есть. Значит, нам долго двигаться будет. Ой, я люк. Где? Ой, а, вот возле. Он возле под... этого. Вот сюда. Деревянного домика вот этого. Где? А, ну посмотри на мой экран. Да, у лачуги тут рядом. Вот он, смотри. Нашла, да? Сейчас подожди. Что я не вижу? Вот сюда, назад, назад, нет, назад я имею, вот сюда, смотри. Сюда. Там что, бегать решил? Сейчас заранее сбегаю. Дайте мне пару досочек уронить. Чё тебе? Не вижу. Он копит. Вообще, вообще люк не вижу. Да не, не здесь. Ну блин, я хотел за досочкой сходить. Нормального там сальтухи. Вертуханы. Хер тебе.
Они хотели ачивку получить, но... Пойдем к тем воротам. Пойдем. Не, не к этим. Я через люк хочу. О, ты с Танатофобией играешь? Да? Да? Ты всегда с Танатофобией играешь? Да. Ну, еще поставил. Без нее я буду ремонтик играть всегда. Вина, пошли. Сейчас, подожди. Почему не вместо Андрея Лансинга? Уходи. Меня... Подождите меня, я сейчас приду. Ты сейчас убегу. Ты знаешь, где я люк. Да я знаю, знаю. Пойдем. А почему ты не убежал? Да не, не, пойдем. А я. У меня есть тебе предложение, очень выгодно. Может, кровать. А все равно не знаю. Сейчас придет еще. Нет, он в любом случае убьет. Он закроет сейчас как нет. Нет. Он может один останется. Закрывается. Он один останется. Он один останется. Да, да, он останется. Сейчас досочку скину и побегу в люк. Блять, и что же я не дошел до доски, странно. А он дойдет, он сейчас до крюка дойдет. Где тут крюк? Один. Ладно, ребят, стилюк. Всем спасибо, всем удачи. Не, надо туда, к воротам, к воротам. Ворот? Да. Я так и знал, что ты там используешь. Вот тут одна есть, можно. Ну, и тут да, но потом я ремонтика поставлю, если нет. Там уже досок нет. Так все поскидывали. Какая доска есть? Ну а все у меня максимальное. Максимальное. Все, они здесь порли, не знаешь? Из-за трусы, да, сейчас, как всегда? А, не. Знаю, не хочу это. Ну ладно, будет копить. We'll get it on the way.